Дзюдо – один из самых развивающих спортивных направлений в нашей республике. Один из основных городов, где воспитываются одаренные спортсмены, является Хасавюрт. Регулярные турниры, первенства и чемпионаты проводит руководство города и спортивных школ для популяризации этого физически развивающего направления. Разрешите мне поздравить с началом этого открытого первенства Гучор имени Маханова, посвященного Дню Единения России. Как раз таки объединяет наших детей, наших спортсменов, представителей всех наций, всех профессий. И спорт, он прививает такие качества, как мужество, целеустремленность, характер. В спорте человек познает себя. Депутат городского собрания города Хасавюрт Висради Ошитов также отметил, что работа и дальше будет проводиться, так как наша цель – это привлечь молодое подрастающее поколение к занятию спортом. Я занимаюсь 2 года дзюдо, и этот спорт мне очень нравится. Я еду на все турниры, и сегодня мы приехали в Хасавюрт, и я постараюсь выложиться на этом турнире. Акаш Исаков, спортсмен, занимается в Кизюртовском спортивном зале у Рашида Магомедовича. Это не первый его опыт участия на турнире весовой категории 36 килограмм. Он также ездил в Махачкалу, Кизляр и Дербент. Мы эти соревнования посвятили Дню Единения России, первенство, открытое первенство дзюдо имени Шамиля Умаханова. Дзюдо у нас только развивается на начальном этапе, но думаем в дальнейшем... Дзюдо даст нам хорошие плоды, потому что хасавюртовцы, они чем бы ни занимались, они всегда добиваются высоких результатов. Директор специализированной детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени Шамиля Умаханова Сайпудин Алиасхабов также продолжил, что все филиалы нашего учреждения принимают массу усилий для популяризации этого спортивного направления. Сегодня у нас участие соревнования. Сегодня у нас соревнования в городе Хасавюрт. Я принимал участие 22 килограмма и 20. Я надеюсь, что я сегодня выиграю. Для Курбана это не первый турнир. Однако пока за пределы Хасавюрта юный дзюдоист не выезжал. Но есть победы на городских первенствах, а также высшая награда за волю к победе. Все призеры и победители первенства спортивной школы имени Шамиля Умаханова получили дипломы соответствующих степеней, грамоты и медали. Арслан Дациев, Алмасхан Амаев, информационная программа «Пульс».